За деревом, вот он на скалах. Идет налево. Что он скрывает? Давайте узнаем. А что он скрывает? Он на РТ-ху побежал вторую. Получается. По дороге двое. Они объединились. Тихо, это бляха, это 100% калашисты, ребят. Это их черная форма. Закрусим их на РТ. И выебем. Какой боевой настрой. Да им бы хедшоты срандомить. Хотя бы двоим. Да. И один из них точно сляжет сразу. Бляха, они что-то как-то один куда-то делся. Нет, вон двое по дороге прям бегут. Они бочки лутать бегают. И один из них с болтовкой, походу. Ну, они еще не понимают, что за ними уже выехали. Операция перехват особо опасных преступников. А где они? Так же по дороге пошли? Наверное. Я думаю, что да. Я их не вижу просто. Нет, а что они в ящики даже не забирают? Мне кажется, они просто были разделены, встретились, теперь конкретно куда-то поехали. Ну, вон они справа. По рельсам. Идут. 70. Тут дом. Нет, вдоль озера идут. Да, вижу. Куда они бегут? Может, они рейдить вообще бегут? Остановились прямо, за стеной будут стоять. Ага, идут. Идем. Вроде они не озираются. Я думаю, они вот так вот прямо и пошли. Вон бегут они. Еще, да. Блядь, что за слежка, твою мать. Ебать, где мы? Левее надо идти, ребят, мы их тогда подрежем. Темнеет, надо сейчас будет их уже начинать убивать. Я думаю, пирожки уже приготовились, прием. Прием. Дверь открыта в доме. Почему? Тихо. Да. Это они. Фух, достигли точки назначения. А ну что, тупой? Дверь не закрывать. Может быть. Нас? Окна сверху. Они нас запалили все. Тихо. Не-не-не. Да, Тер, ты серьезно в дырочку хочешь глянуть? Пойдем глянем. Тихо. Чувак, что за херня? Тут открытый, можно зайти. Надо запрыгнуть туда, они пойдут посмотреть, что там. Тер. Ну, я понял. Я пошел. Блядь. Тихо. Сейчас откроют. Минус один. Один минус. Филюсь. Минус. Открыл. Перезарядка. Минус. Застрелил в пятку. Там гантрек слева. Бай еще. Блять. Может рискнуть, а? Залезть туда. Успею. Я не знаю. Давай лучше я. Давай, Эмбер. Да он залагает. Бля, подожди. Минус! Пацаны, я внутри! Я в лутовой! Пацаны, заходите! Блять! Разружи, гантрэп. Разружи. Улицу охраняй, Эмбер, чтоб он не зашел. Понял. Минус спальник. Минус второй спальник. Минус два спальника. Сишка есть. Хорошая? Нет. Плохая. Накинь ее на этот. На гантрэп. Я сейчас разобью гантрэп. Подожди, что по луту? Дай чекну. Уголь. Шапка. Металл. Сера. Так, иду.
Сейчас бы дверь не закрыть, блядь, валенок, сука. Разбиваю, сейчас стену надо спальник дропнуть. Угу. Минус гантрэп. Так, ищу кловсы. Главное, не дай им зайти. Самая входная дверь, там окна, если что, можно, решетки. Ну что, у вас нету, что ли, этого? Все в шкафу? Где кловс? Бля, серьезно? Я, может, тупой? Слепой? Пешки, камеры. Блять, история о том, как мы следили за калашистами, это оказались не калашисты, и мы отжали у них дом. Охренеть. Почему спавнит в одной части карты всего лишь, блядь? Потому что там респаун. На берегу, да? Да-да. Снизу на берегу. У них кловсов нету. Я разбиваю, короче, этот... Шкаф там есть? Шкаф, да. Ну, я шкаф разбиваю. О, так, накинул. К нам. Да ладно. Угу. Надь, кловсов нету? Есть. Иди скорее. Прибеги со спальником, поставь на крафт уже. Блять, испугал. Так, минус шкаф. Ема, сера есть, так, металл есть, кловсы, да, тоже есть. Крафчу свой шкаф. Потому что нам придется здесь пережидать. Угу. Надюш, спальник есть, да? Да. Ой, красавица ты моя, как ты здесь оказалась? Психанула, пошла, это, с места респауна. Да ладно. Убили меня дважды в подряд. На, тебе, все, блядь, так. Я тебе одежду скину, у меня есть. Так. Так. А у них чё? А вот. Опа. Как ты догадался, так, что у меня факел есть? Наверное, я умный. Ну, хочешь покушать? Нет. На-на, возьми. Ну же, вот. Что это? Да, конечно, спасибо. Тролль. Так. На тебе лучше вот это, Надь. Возьми, поешь сама. А под тобой пол. Да все, все. Главное было это. Все, ну, в безопасности. Так, костер скрафтить. Я там в это. Ага, давай. А, ё-моё, у меня фонарик был, я от нервов что-то даже забыл про него. Так. Ну что же. Неплохо. Неплохо. Но мне кажется, у них вот это вот зачем? Может, тут нычка какая? Small stash? Не знаю. Все, греемся. Печки чекал бы? А там сульфур что-то там, да, я видел. Сколько там сульфура? Сульфура жареного 1000, 300 не жареного, а в остальных металл где-то 1500. Угу. Чё, норм. А я, слушай, там чекал вот, но не заострял особо внимания ни на чем. Ну так посмотрел, что-то типа бомжи. Забайтель ну, называется, да. Ё-моё. Ха, ловучечку поставим, все дела. Все умрут, а мы будем кормиться за счет убитых. Да, спасибо за дом. Классный. Будет план Б наш. Что, захвачено? Так, соблюдаем очередь. Что-то у меня, блядь, в глазах помутнело. Почему? Хуй его знает, пизда мне. Мутный? Вызывайте скорую, нахуй, 911. Ну тебя, может, после гантрепа помутнело? Не знаю. Ты меня никто не трогал. Дросс, что ты творишь? Я не знаю, куда это сложить. Ладно, я отошел. Я тоже. Фармеры, что с этим делать? Мне надо шкаф. Ящики, у меня не хватает места. А шкаф чё? Чё, шкаф, есть там место? Да. А чё в шкаф 1000? Этого сложили, скрэпа. Да сейчас это дерево все уйдет. Ребят, короче, под руду давайте я в шкафу поставлю большой ящик, да? Давайте. Всё, делаю. Ёпа-мать, что это там? Тебя застрелили? Нет, ё-моё. Это он чихнул? Да.
Он там об стол не ударился случайно головой? Че это было? Я аж испугался, твою мать. Хера он чихать. У него там все в порядке? У него ноздри лошади или что? Нет. Нет? Че за жесть? Е-мать. Слушай, ты это, заранее меня спрашивай, ты чихать не хочешь? Не надо больше такого. Опять сломали ее, блядь. Нихер мучает там. Такое последний раз было у Дрозда. А я-то чё? Ну твой парень, помнишь, с кляпом во рту? Когда у меня истерика случилась. Бля. Ты живая? Падла. Хэдшот минус. Можешь его чайный пакетик сделать теперь. Ага, мне плохо, я умираю. Я сейчас упаду. Ну, бинтики у него возьми. Кто это сейчас такой? Сейчас все беру. Смичель, только что меня убил. Да? Ну вот поприседай ему там. Эмбер, хочешь посмотреть на разговаривающий гриль? Да. Ну, подходи. Вот сейчас жди. Смотри. Так, готов? Угу. Это Пэкмен. Оп, оп, оп. Норм тема. Готово. Сколько? 10 кусков. Да, они, блядь, бегут себе, блядь, дальше. Где, где они? Ага. Ну, через дорогу. Подожди, подожди. Перезарядка. Рашит. Минус два. Минус три. Минус 4. Еще один. Перезарядка. Попал. Попал. Минус 5. Вообще бомж же. Ну да. Китайцы какие-то. ПМС. Ну, 3 литра воды, блядь. Здесь. Мясо какое-то, блядь. Человече. Сгоревшее причем. Еще 3 литра воды. А, это клан целый, ПМС. ПМЦ. О, блядь, как все-таки топор? Да, возьми. Блин, как же здесь-то забагать? О! Забагал. Одну. И вторую! Да, детка, да! Я багер! Е-бой! Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. I've slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. And so we'll be right back.
Все. Ну, вроде норм оттуда, да, запрыгивать? Чекните. Да. Или ее разбить и ближе надо будет поставить? Надо будет, чтобы вы проверили. Я норм залазю. Норм? Здесь двойные двери я поставлю. Не будет. Что? У меня-то проблем не будет. Вот если Надя будет. Не, Надька-то научилась. Где инфа есть? А не. Под бочкой. Один под бочкой, второй на красных. Один опять. Этот с бочек спустился. Справа от тебя, Тер. На 50 идет. Ебать, минус. Минус. Сейчас того пойду разбирать. Я ему дал один раз, иду с тобой. Не вижу его. Но он там, под входом. Да, видел, в расщелине был. Он с бензопилой? В смысле? О, я убил его, ребят. Все? В смысле от него звук бензопилы шел? Может, баг. Ну, да, его тогда идем домой. Здесь. Да. Я его пошел раньше, думаю, стоит дегенерат с бензопилой, дай-ка застрелю его. А он с берданкой стоял в руках. Синяя и зеленая карточка. Угу. Эмбер, как там обстановка? Хуёво. Понял. Вижу тело. Это на Эмбер, возможно. А прямо бежит тело, 240 влево. А где они, можешь сказать ты хоть? В низине. Эмбер слева, Эмбер слева от нас. Смотри, слева в низине есть и справа череп получается. Да. Давай право забираем. Да. Эмбер, отстреливайся. Вон, вправо, смотри, красный бежит. В, скала, прямо. Влево передвигается тоже. Угу. Минус один. Хэдшот ему, голова. Он упал тоже. Дай его гранату взорву. Давай. Чё ты так далеко кидаешь-то? Бабах! Минус. СМГ плюсом у нас. Так, я хилюсь. Тебе дать СМГ? Давай. На. Эмбер, ты там как? Ну, я одного убил. Ты живой? Я больше не вижу, да. Ну, он с этого дома. Нихера с прицелом. Арбалет, что? Четырехкратным? Или бочкой? Нет, обычным. А, или с пещеры, он, слушай. Чё-то тишина. Никого уже нету. Угу. Чё? Ну ладно, пошли дальше. На нас смотрят. Вижу. Они испугались нашего взгляда. Один, смотри, залез. Пидор детектор. Да бля, попадает. Я только один раз попал. Странно, почему один раз только попал. Блять! Не докинул! Ёбаный ты дурак, блять! Сука, 30 хп оставил! Всё, у нас минус боец. Бля, дружище, сорян. Взял гранату мне в лицо, ё. Блять, она просто ударилась об кончик чего-то там и обратно. А ты возле нее прям встал и стоишь. Так, а где эти-то у нас? Смотри, как задизморалил их это. ХЗ, только что были здесь. Слева их нет. Пойдем где-то вправо, рядом. Вдоль туда, может. Под побежать. Скалами могут сидеть, вот тут снизу. Да нету. Куда пойдем? Вправо, да? Ну да, вдоль, может, туда убежали они. Идите сюда, ё-моё! Идите сюда, мазафака, что это? Чекайте шкаф! Болтаем. Да подожди ты, дай Эмберу-то заценить, ё-моё. У него там сейчас елда в подбородок упрётся. Уголь нужен? Ебать! Ничего себе, да? Ну, домик сгнил. Да пол шкафа раз, этого, сульфура. 5 кассеры, блядь. Болтайте, ну ладно, пол шкафа надо было сказать, а не 5 кассерок. Наконец-то, опять подставные эти. В смысле? А что ты хочешь ночью делать? Домой хочу идти.
А что ты с чем? Ты под чем? У меня пол камня. Пол инвентаря камня, потом железо и сера. А ты находишься? В жопе мира. Я вижу. Это она напротив, на другом конце карты она находится от нас. Ясно. Итак, ребят, сейчас будет вам еще одна экскурсия. Сейчас я этого одного бича тут убью. Где еще? Тут кто-то еще ноги ломал. Ну, короче, хэзэ. Значит, еще одна вам экскурсия показать то, что мы потратили 14 часов на то, чтобы сделать данную временку, да, которая все-таки переросла в основу. Итак, я, значит, захожу вот так вот, да. Здесь первый этаж вы полностью видели, там ничего не изменилось, кроме того, что добавились, конечно же, гаражки. Вот, то есть, чтобы рейдеры с первого этажа там маленько припотели, да. Погнали дальше. Здесь у нас вот печки, чтобы запрыгивать вот сюда. Здесь у нас, соответственно, тоже везде гаражки. Завтра я постараюсь укрепить еще вот это вот место. Ага, там все-таки... Ух ты ж, ё-моё. Непонятно. Вот, здесь у нас, видите, как бы окно было, но у нас перейдет это в другое место. Ладно, я думаю, там мои разберутся с этими чуваками. Вот наша основная лутовая, видите? То есть тут три печки у меня сныкано, очень даже хорошо так они встали. Третий верстак и, соответственно, лутовая. Здесь у нас... опа, у меня здесь не введен пароль. Сейчас мы это дело с тобой исправим. Здесь у нас будут выдалбливаться вот эти вот стенки. Но я думаю, вот эта вот стена, да? И вот там будет отстрелочный этаж. Здесь у нас чисто эти койки. То есть завтра надо будет выдолбить вот эту стенку, чтобы попасть к трем окнам. Далее, значит, вот это, ребята, у нас нычка. Я вам сейчас ее покажу. Вот, единственное, что здесь мы закосячили. Мы поставили еще вот здесь эту рулетку. Но она, видите, никак не активна. Ее невозможно ни открыть, ни закрыть. Лютый косяк, согласен. И вот здесь у нас стоит ящик, где сныкано как бы вот основной лут, грубо говоря. Вот такие вот дела. Так, закрываем мы нычку. У меня еще, в принципе, остался металл. Так, подожди-ка, а вот здесь что? Во. Остался металл сколько у меня? 1360? Бляха, мало, это мало. Не хватит особо на те стенки, чтобы загреть со внешки. Ну ладно, будем надеяться, что нас... не зарейдят. Так что все, ребята, вот так вот мы укрепились, то есть потратили уйму ресов, но тем не менее... А, люк изучили и ракету. Все, надо здесь все закрывать везде. И пускай, грубо говоря, если кто-то и пойдет, то он будет, соответственно, потеть. Вот такой вот у нас получился домик, ребята. Я думаю, что... Ну, он и уютный, как бы, и защищенный. Это, не знаю, на самом деле круто. Все, там ребята уже у нас везде свет гасят и готовятся ко сну. Поэтому я тоже пойду отдыхать. О, тут Бэтмена нарисовали, нихера себе. Ну что, все, спокойной ночи всем. Будем надеяться на лучшее. Да уж. Брынь-брынь.